сегодня отдыхает Глеб Лобушняк, Лубосарый. Глеб 1995 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством Артема Капустина. Внимание участников! В 35-й паре ввиду болезни Крянга победу одержал Денис Македон, Рыбница. После окончания этой пары к выходу в ринг приготовится 4-й паре. Костеладий Станислав Слободзея, Парван Евгений Тирасполь. После них Пирочкин Александр Тирасполь, Комов Дмитрий Слободзея. Далее Дилипула Михаил Слободзея, Стариков Бендеры. И далее Чебурчан Егор, Лайкин Владимир. Синему Глоринга отдыхает Сергей Табак, Слободзея. Сергей 1995 года рождения, боксом занимается 1 год. Провел 2 поединка, потом одержал победу. Тренируется под руководством Валерия Кравченко. Thank you.
Давай, Глеб. Сава, Глеб. Выходу в ринг приготовиться боксерам весовой категории 56 кг. Косилати Станислав Слободзеев, Парван Евгений Тирасов. Четвертую пару будет обслуживать судейская бригада. Рид Кожакарь, боковые Иванченко, Славянский, Бояркин. А в этом бою единогласным решением судей победу одержал Сергей Табак Слободзеев.